Каждое утро бабушка с внучкой приходит в центральный сквер Черкесска. С недавних пор у них появилось здесь любимое местечко – детский игровой комплекс, который ребенку сразу приглянулся. Тебе нравится кататься? Да. А на чем больше нравится? На качельках или, может, на каких-нибудь аттракционах? На качельках. Каждое утро сюда тянет, говорит, бабушка, пойдем покатаемся, поиграем, мне нравится. Поэтому я считаю, что это очень хорошее дело, необходимо, потому что а где им играться, детям? Если они сюда приходили, если тут ничего не было, они играть им негде, а с удовольствием идут, играются. Установленная в центре города площадка соответствует нормативам. При проектировании были предусмотрены различные нюансы, в том числе безопасность юных посетителей. Есть там конструктивные элементы, которые представляют собой спортивный комплекс, то есть для детей от 2 лет и более. То есть тут специально установлено резиновое покрытие для того, чтобы дети не поранили себе ножки, ручки и голову, соответственно. Это единственная игровая площадка вот такого типа, установленная в Черкесске? Нет, еще ранее была установлена на Зеленом острове такая площадка, но немножко больше и чуть немножко видоизмененнее. И еще одна была площадка на переулке Одесском. Эта площадка на Одесском переулке предназначена скорее для взрослых людей, которые могут заниматься физическими упражнениями неподалеку от дома. Впрочем, кому-то само пребывание тренажерного комплекса в районе аллеи чернобыльцев показалось лишним. Часть сооружений явно подверглись атаке вандалов. Нравится, но он тоже шатается. Вот когда, видите, он двигается уже. Этот вот сломали недавно, вот этот, вот один этот. Отломленный. А здесь у него сломан, имеете в виду, что то, что что шатается? Нет, то, что он уже, он, видите, да, ну да, я остановлю, нет, он уже двигается. Я уже иногда боюсь стать, что расшатался, да, поэтому. Это еще одно свидетельство того, что площадки, которые устанавливаются в республиканской столице, нуждаются в камерах видеонаблюдения. Действия вандалов не должны оставаться безнаказанными. Вполне вероятно, что опыт площадки на Одесском поможет сохранить игровой комплекс в центральном сквере, а также те сооружения, которые в скором времени должны появиться в различных микрорайонах Черкесска. Артур Мухцы, Михаил Каракелян. Итоги недели.